Мирный Иленск в эти дни объединил дрифт. На озере Ханаидах прошли первые легальные соревнования по зимнему дрифту. Организаторами выступил недавно созданный автоклуб. Два дня любители заносов показывали мастерство вождения и своих железных коней. Соревнования проходили два дня. Первые – квалификационные заезды, во второй – парные. В отборочный день прошли в класс дрифтинг 5 участников. В основном владельцы отечественных машин – «Жигули» 6 и 7 модели. И 5 пилотов «Тайм-Атак». В этой категории большинство внедорожников. Было 21 человек. Из них прошли квалификацию половина, то есть 11 человек. Квалификация проходила тоже как один из этапов соревнований, где мы пропускали людей, тоже так же на старте пропускали, давали задания, которые они проходили. Во второй уже соревновательный день участники приехали заблаговременно. Некоторые успели перед стартом еще раз проштурмовать трассу. Соревнованиям дали старт. Первыми на трассу выехали дрифтеры. Гонщикам предстояло пройти непростую извилистую трассу в паре. Трек как бы он по-своему такой интересный. Он вроде бы и узкий, и в то же время... И маленький, и интересный, как бы на нем интересно ехать. Даже парно, вот он вроде бы узкий, а ты в парах едешь, как бы особо не напрягаешься. А бывает тоже трек здоровый, а ну, ехать на нем довольно-таки сложно. Не обошлось у дрифтеров и без маленьких неприятностей. Но ребята уже привыкли к маленьким авариям. Ударили бампер, вылетела фара, оторвал и поехал дальше. Главное для дрифтера – это не кузов машины, а то, что находится под капотом. Более спокойнее прошла вторая часть соревнований – «Тайм-Атак». Организаторы не стали делить автомобили на классы. Участники приехали на своих гражданских автомашинах. Специальной подготовки автомобиль тоже не требовал. На трассе можно было встретить любые машины – от ВАЗовской классики до Митсубиси и даже Прада. Здесь участникам нужно было пройти километровую трассу и потратить на это как можно меньше времени. Судьи оценивали частоту прохождения поворотов и зрелищность заезда. Так, победителем в дрифте стал гонщик из города Мирный Иван Рябов. Победителем в тайм-атак Павел Гаврилов из Ленска. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.